Друзья, привет! На связи IT-инкубатор и наши новости. Я Юля, HR-менеджер, и я вам буду рассказывать несколько раз в месяц об известных нам трудоустройствах, о стартапах, стажировках и обо всем, что помогает нашим ребятам получить коммерческий опыт. Что ждать в новостях? В новостях я вам расскажу про кейсы, где мы, как IT-инкубатор, помогали ребятам с трудоустройством, либо про самостоятельные успехи ребят, которыми они с нами решили поделиться. Но перед тем, как наш отчет увидит свет, я всех вас приглашаю, всех вас призываю успешно учиться, попадать к нам в карьерный бустер и пользоваться опциями, которые точно вам помогут. А это анализ вашего бэкграунда, анализ успеваемости вашей учебы. Мы вам обязательно поможем с самопрезентацией, а вместе с Максимом порекомендуем вас на стажировку, на стартапы. От меня для вас тестовое собеседование с HR-ом. Если вы чувствуете себя некомфортно, неуверенно, не знаете, что это такое, пожалуйста, приходите, будем вместе с вами работать. Ну и, конечно же, я всех вас призываю приходить на технические собеседования. Это тоже обязательно поможет и очень полезно. Мы для вас, ребята, работаем с душой. Что ж, а теперь про успехи наших студентов и отчет о нашей работе. Мой рассказ включает трудоустройство за отчетный месяц. И сегодня мы услышим истории 30 кандидатов, 22 человека из которых уже трудоустроены. И прямо сейчас у нас есть 3 студента, которые проходят собеседование. Поэтому мы с нетерпением ждем обратной связи и пожелаем ребятам удачи. Еще 2 человека мы отправили на стартапы и 3 человека на стажировку. Ребятам мы тоже желаем удачи и тоже ждем обратной связи. 11 из наших студентов самостоятельно смогли найти работу и сообщили нам об этом. 7 человек самостоятельно нашли работу, но предварительно были отправлены нами на стартапы. Ребята получили коммерческий опыт и как результат получили оффер. 4 человека мы отправили на собеседование. Ребята продемонстрировали свои уверенные знания, навыки и получили оффер. Ребята уже работают. Это география с точки зрения локации наших нанимателей и наших заказчиков. 12 человек получили оффер в РФ, 2 в Казахстан, 1 в Польшу, 2 в Германию, 1 в Англию, 3 в РБ, 1 Канада. Это был краткий обзор новостей IT-инкубатор о том, как мы помогаем нашим студентам с первой работы. Учитесь, ребята, приходите к нам на карьерные стримы, делитесь своими историями успеха, рассказывайте, как вы проходите собеседование. Здесь есть сила нашего IT-инкубатор комьюнити. До встречи и всех с Новым годом!